Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и поставьте лайк этому рецепту. Сегодня мы с вами готовим очень вкусный натуральный домашний кетчуп из своих помидор. И этот кетчуп вам точно понравится, потому что готовится он максимально просто, нам не понадобится даже мясорубка. И он получается намного вкуснее, чем в магазине. Вы его приготовите, и магазины больше покупать не захотите. На 1 килограмм помидоров нам понадобится 1/2 столовой ложки уксуса 9%, 1/2 столовой ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Помидорки мы уже помыли, теперь будем резать. Нарезаем их на произвольные кусочки, кожуру снимать не нужно, это очень важно и удобно. И складываем в кастрюльку. Теперь мы с вами ставим кастрюлю на медленный огонь и варим помидорки примерно 15-20 минут. Помидорки у нас постояли на плите, размягчились. И теперь, посмотрите, какие они получились красивые. Теперь нам нужно пробить их с помощью погружного блендера. У меня вот такая насадка, но если вдруг у вас нет погружного блендера, вы можете просто взять вот эти помидоры и сразу протереть их через сито. Они уже достаточно мягкие, поэтому кетчуп точно получится. Теперь, если вам не важна однородная консистенция, можно добавить в кетчуп все остальные ингредиенты и поставить на плиту. Но если вы хотите такой однородный нежный соус, то его нужно протереть через сито. Наш кетчуп доварился. Посмотрите, какой он стал густой. Теперь его можно переложить в баночку. Если вы закатываете банки на хранение, то банку нужно предварительно простерилизовать. Давайте попробуем, потому что, мне кажется, это должно быть очень вкусно. Ну просто не представляете, здесь нет, у меня оператор, кстати, сейчас облизнулся, но я пробовала кетчуп. Здесь нет никаких абсолютно специй, только помидоры, сахар, соль и немножко уксуса для того, чтобы он дольше хранился, но он невероятно насыщенный и вкусный. Поэтому я вам советую подписаться на мой канал и побыстрее приготовить такой кетчуп, пока еще есть свежие помидоры.